Добрый день, друзья! Обзор моих покупок по 11-му каталогу Faberlic, вот по этому каталогу с новиночкой нового аромата Primo Bacio, действует с 31 июля по 20 августа. Давайте посмотрим, что же я здесь приобрела. Здесь, конечно же, мои любимые продукты, которые постоянно я пользуюсь, новинки, много новинок. Так же, как и в каталоге, постаралась их приобрести и показать. По-быстренькому пробегусь, чтобы не затягивать, что у меня здесь есть. Конечно же, любимый продукт из серии Faberlic Дом, косметика для уютного дома, это отбеливатель кислородный. Отлично отбеливает, мне очень нравится. Вот очередная моя покупочка. А здесь вот эта вот коробочка, это сотейник из нержавеющей стали. Шикарная посуда. Да, я ее потом покажу отдельно в обзоре. Сейчас как бы так открывать не буду. Сделаю специально на нее обзор и в деталях вам покажу. Так что ждите, обязательно видюшка выйдет. Размер сотейника 16 сантиметров. Шикарная посуда. Она из нержавеющей стали идет. Просто превосходного качества. Зубные щеточки. Вот эта вот упаковочка, это новые патчи из серии On Vic Miracle. У Faberlic гидрогелевые мультифункциональные патчи. Они прозрачные, то есть их можно вообще просто в течение дня наносить под кожу глаз или на любое вообще место на лице, хоть на морщинки, и они незаметные. Вот себе приобрела 60 штук, вот так выглядят. Конечно же, новиночка, это новый аромат Primo Bacio. Вот так выглядит флакончик. Слегка сладковатый аромат. Нежный, очень нежный такой, приятный флакон. Здесь идет экстракт «Секреты Востока», взяла себе. Экстракт черного тмина. Здесь из серии молекулярные БАДы для кишечника. Сейчас покажу, как они выглядят. Так, открою сейчас и покажу вам, как выглядят. Вот зелененькие, видите, травяные экстракты. Это вот для кишечника. Полезная микрофлора, пребиотики кишечные. Вот таких вот 60 капсул веганских. Это вот секреты Востока. Смесь пищевых масляных экстрактов. Также 60 капсул идет. Конечно же, куда без кофе. Очень люблю этот кофе из серии Family Club Нечаев. Доброе утро. Сублимированный кофе. 95 грамм объем. Артикул 16048. Вкусный кофе, бодрящий. И длительная бодрость. У него здесь 5 зерен из 6. То есть он такой крепенький кофе. Любимый бочонок из серии Love. Здесь с ланолином идет универсальный бальзам-концентрат, многофункциональный бальзам-концентрат с высоким содержанием ланолина, масел ши и жожоба. Эффективное соцсредство для всей семьи. Подходит абсолютно всем. И маленьким, и взрослым. Мы постоянно им пользуемся. Можно хоть для кутикулы, хоть для смягчения губ. Вот так вот он идет, медовый, абсолютно практически без запаха. Вот вторую штучку уже купили, одну уже израсходовали, теперь вот вторая. Взяла себе на пробу, я люблю масло чайного дерева. Из серии Aromio наконец-то появилось масло чайного дерева, я его прикупила. 13,44 артикул, 5 мл. Вот в такой упаковочке идет серия Aromio. Здесь двухфазное средство для снятия макияжа с глаз, детская гель для душа, веселые малинки, мишки, очень ароматный, нравится, там такой, в общем, детки в восторге от него.
И, конечно же, приобрела гель для профилактики и устранения засоров. Вот это вообще палочка-выручалочка, наливаешь и все, моментально все пробивает, 15 минут и устранение самых сложных засоров. Быстро прочищает засоры на кухне и в ванной, устраняет неприятный запах и безопасен для труб и не содержит хлора. Шикарное средство. Объем 650 грамм, 30-244 артикул гель. А большой объем взяла из серии Ботаника. На этот раз я взяла себе василек и что у нас здесь? Какая ягодка? Так, сейчас посмотрим. Барбарис, по-моему, похоже на барбарис. Да, барбарис так и есть. Василек и барбарис. Гель для душа, уход и релакс. А объем 400 миллилитров, артикул 2906. А вот взяла вот такой гель. 94% натуральных ингредиентов. Экстрактов. Тут у меня идет стиральный порошочек, альпийская свежесть, концентрированный. Из новинок остановлюсь еще. Вот такие вот бальзамчики для губ приобрела. Посмотрите, все три цвета, они разные. Это новинка 11-го каталога. А здесь лак для ногтей. И вот еще бальзамчики. Вот в таких вот двух оттеночках. Розовый и персиковый приобрела. Ну и все. Все-все-все, по-быстренькому, вот 6 минут быстро пробежали, без всякой лишней болтовни. А следующий каталог у нас номер 12 будет выглядеть вот так, тоже с новинками. Все ждут вот эти кремики для рук, обновленная система роскошного ухода для за кожей рук. Ждем. То есть 12-й каталог начнется с 21 августа и продлится по 10 сентября. Шикарная акция. Оставлю ссылочку под этим видео. Это акция для новых покупателей. То есть регистрируйтесь, делаете свой первый заказ и получаете 500 рублей в подарок. Шикарно. Не подарки, ничего, а сразу денежный подарок. Не товар, а именно денежная выплата. Так что если вы еще не зарегистрированы, но хотите покупать со скидками любимую продукцию, пожалуйста, воспользуйтесь вот этой шикарной акцией для новых покупателей. Это будет в следующем 12-м каталоге. Даже если вы вот по этому каталогу зарегистрируетесь, но не разместите по нему заказ, а сделаете по 12-му, то все равно получите 500 рублей. А если зарегистрируетесь, то в этом каталоге до 20 августа, размещая заказ по 11-му каталогу, вы в следующем получаете набор косметики для дома в подарок. Смотрите, концентрированное универсальное средство, а потом для посуды 2 в 1 и мыло. Мыло для кухни вообще шикарное. Вот это вот мыло для кухни, оно устраняет запахи рыбы, мяса. В общем, шикарный продукт. Вот. Все рассказала, все показала. Надеюсь, полезный, чтобы посмотреть продукцию, выбрать то, что хочется себе приобрести. Вот, смотрите, бегло показываю. У меня еще, кстати, в дозаказе идет из новинок Faberlic Дом посуда, идет у меня сковорода. Покажу обязательно. Я давно хотела такую сковороду, и я ее покажу. Вот он у меня сейчас дозаказом идет. Должен на этой недельке прийти, сделаю обзор и выложу по сотейнику отдельно, по сковороде отдельно, чтобы увидеть ее в деталях, эту посуду. Она того стоит. Да, она дороговатая, но она того стоит. Потому что качество отменное. Все, на сегодня вот такой вот обзор у меня коротенький получился. Приятного просмотра. Делитесь моим видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, если не нравится. Все пойдет. Обязательно поставьте колокольчик, чтобы было напоминание о новых видео. И до новых полезных вам покупок. Пока-пока.